пятницу в 10 часов вечера движение перекроют на пересечении улиц Профсоюзов, Киртбая и проспекта Ленина. Там начнется долгожданный ремонт дорожного покрытия. Перекресток неоднократно становился объектом для критики со стороны автомобилистов. Теперь разбитую дорогу обновят. Движение будут полностью перекрывать с 10 вечера до 6 утра. Ограничения в указанное время будут действовать в пятницу и в выходные.